Друзья, приветствую всех. Значит, записываю видео, чтобы обратиться к вам. Значит, вся информация уже по ремонту, поломке прибора и решению данной проблемы у меня есть. Поэтому озвучиваю его вам. Надеюсь на ваш совет, поддержку, помощь. Смотрите, значит, мой девайс FluidScan Q1000 желтого цвета в России не починить. Необходима отправка его в Штаты к производителю, только там можно сделать ремонт. Это информация от представительства. Для того, чтобы официально отправить в Штаты, необходимо оформлять временный вывоз. Для этого надо документы от производителя, какие операции будут производиться, какова стоимость, для того, чтобы на обратном ввозе уплатить с этой суммы таможенные платежи и НДС. Понятно, что из-за санкций производитель этих документов не даст. Остается один вариант, только взять его в сумку, внести в декларацию, полететь самому, там починить и вернуться с ним. Все. На сегодняшний день это сложно и проблематично. Это первое по моему девайсу. Значит, искал всякие пути решения вопросов. Нашел альтернативу европейскую, побольше прибор. Очень интересный девайс, новый. Значит, расширенный у него функционал, и топливо меряет, бензин, дизель в масле, вязкость, два ГОСТа для щелочного, для свежего, для отработки. Ну, на самом деле интересный, хороший. Значит, стоимость получалась через лизинговую компанию 4 миллиона 800. Причем срок поставки 100 дней, и в этот период надо первоначальный взнос и платить еще суммарно около полутора миллионов. До того, как ты получишь девайс, ты должен заплатить полтора миллиона тоже. И потом платежи там больше 130 тысяч в месяц. Тоже тяжело, неподъемно, ну, наверное, нецелесообразно. Хотя девайс, повторюсь, очень интересный, на мой взгляд. Так, и последний, самый реальный вариант. Нашел, такой же прибор, как у меня, только более свежий. Находится в России, он бэушный, но он полностью функциональный. Я проверил его удаленно, попросил владельца, он там необходимые манипуляции совершил с проверочной жидкостью, с проверкой состояния окон, там с частоты, все функционирует, все нормально. Значит, вот фотография, я приложу данного девайса, он уже в синем корпусе, ну, там уже после некоторой модернизации, там, в любом случае, через определенный период производитель там улучшает и производительность, и память расширяет, ну, прочее такой процессор, там вроде как свежий уже и детектор, то есть, ну, интересный. Цена очень хорошая на него относительно с нового. Новый просто неподъемный, блин, даже неудобно озвучивать. Ну, цена двухкомнатной квартиры в Питере новый стоит. Этот по очень хорошей цене, не хватает полтора миллиона мне, скажем так, чтобы полететь и приобрести его в России здесь, по России. Поэтому хотел обратиться к вам за, грубо говоря, помощью финансовой. Смотрите, не просто пожертвование, ну, кто хочет, может пожертвовать, а в таком плане, значит, я готов взять в долг небольшие суммы, да, вот я понимаю, что речь не идет про какие-то крупные суммы. Любая сумма там с отдачей. То есть я рассматривал вариант лизинговой компании, поэтому мне без разницы, кому возвращать, лизинговой, по сути, банку или людям, которые, ну, поучаствовали. Я вижу это так. То есть тот, кто больше всего пожертвовал, не пожертвовал, а скинулся большую сумму, тому тот первый в порядке очередности на возврат. То есть постепенно я готов возвращать. Готов отрабатывать, кто, допустим, решит, что сделать тесты, можно, ну, образно говоря, по предоплате, да, там, кинули, и я потом отработаю. Возврат, отработка, и еще один момент, сейчас я вот видео прикреплю, ну, вот фоном тут оно будет идти. Значит, смотрите, это тестовые образцы, я заказывал пресс-форму, ну, она дорогая очень, значит, мне отлили вот 4 штуки. Прежде чем это за границей заказывалось, в Китае, прежде чем мне отлили всю партию, я попросил тестовые, мне прислали. Значит, вот я их протестировал, они рабочие, смотрите, по пунктам, да, и переливные вот эти
уровни работают, и отверстия все как бы и хорошо отполированы, качество изготовления шикарное. Вот единственная небольшая деформация была, но это связано было с техпроцессом, то есть отливается из жидкого пластика и расплавленного. Вот, и, видимо, если быстро из формы вынимать, то она немножко деформируется при нагреве, ну, при остывании. Вот, производитель этот момент учел, они мне предъявили нормальную уже форму, все, заказал партию. Партия сейчас, вот фотографии со склада сейчас прикреплю. Вся партия уже находится в пути, она едет в Россию. Ориентировочно меня сориентировали 25-30 дней, отправлено в начале марта. Значит, 25-30 дней, ну, соответственно, прибытие конец марта, начало апреля. Партия будет в Москве. Вот, кто хочет приобрести линейку, 1000 рублей, можете поддержать и меня поддержать. Я на эти деньги, грубо говоря, там девайс приобрету новый. Вот, и деятельность мою возобновлю. Вот, ну и так, как бы. И вам хорошо, и мне польза. Значит, вот такие три варианта. Ну, мне видится. Если, конечно, сложный, тут надо учет организовать, какой-то онлайн-документ, кто сколько денег закинул, кому как возвращать, там, отработкой, деньгами или линейкой. Вот. Такой вот. Такой вот план, такой момент. Поделитесь, что думаете, может, какие-нибудь мысли интересные возникнут. Ну и, естественно, да, планы у меня долгосрочные, скажем так, все-таки починить свой девайс. Вот, и, наверное, его там тоже буду продавать за какие-то вменяемые деньги. Ну, по крайней мере, это будет зависеть от стоимости ремонта, как минимум. Вот, но я думаю, что цена будет адекватна относительно новому девайсу. Вот такое обращение. Пишите, что думаете в комментариях. Вот. Благодарю за просмотр. Всем удачи и здоровья. Всем мира. Пока.